Я слышала историю рыбы, которая приплыла к самой старой рыбе и сказала: «Я все пытаюсь найти эту штуку, которую они зовут океаном». «Океаном?» — спросила старая рыба. «Так это то, где ты сейчас находишься?» Это просто вода, мне нужен океан». «Твоя искра — это не цель. Последний слот заполняется тогда, когда ты готова жить. Океан, который ты ищешь, всегда был, есть и будет рядом с тобой. Ты тоже являешься его частью, только этого не замечаешь, потому что ищешь то, в чем сама находишься. Океан внутри тебя и снаружи. Ты его любимая часть. Мы все находимся в нем. Наслаждайся этим и будь счастлива.